Здравствуйте, уважаемые зрители нашего канала. Прошло немногим более 2 недель с тех пор, как мы делали обзор наших строительных площадок. И вот сегодня мы находимся на Азовском для того, чтобы посмотреть, что здесь изменилось за это время. Если вы помните, более примерно 2 недель назад здесь были в основном только фундаменты и немного стен. А сегодня мы видим с высоты птичьего полета, что начали накрываться крыши, фундаменты практически везде обросли стенами, и даже уже пара домов приближается к этапу чистовой отделки. Одновременно с этим решается окончательно вопрос с коммуникациями. И посмотрите на то, что происходит здесь. Этот жилой комплекс с каждым днем реально все больше оживает. Вообще жилой комплекс Азовский находится рядом с такой местной достопримечательностью, как коньячный завод. Потому что кого бы мы местного не спросили, где этот завод, все указывают абсолютно точные его координаты. И поэтому все потенциальные покупатели нашего жилого комплекса тоже в скором будущем узнают, где же этот завод находится. Для чего мы упомянули этот ориентир? Потому что застройка ведется примерно от коньячного завода в сторону Краснодара. И сейчас с высоты птичьего полета вы можете наблюдать, как заливаются новые фундаменты и будут строиться новые дома в этом направлении. Вообще в поселке планируется 150 коттеджей. И вот, используя новейшие технологии перемещения в пространстве, мы практически мгновенно оказались на встречном. Что происходит здесь? Что изменилось за более чем 2 недели? Третий дом покрывается крышей. Некоторые дома уже покрыты утеплителем. А некоторые дома, вот как этот, к примеру, уже покрыты штукатуркой по сетке. То есть, по сути, дело идет внутренней отделки дома. Раз мы здесь оказались, то хотели бы показать всем зрителям канала, как укладывается утепление в наших домах. И мы можем видеть здесь, что плиты уложены аккуратно, ровно, без зазоров, без щелей. Не знаю, кому принадлежит этот дом, этот проект 130, но по адресу и по общему плану с высоты птичьего полета вы можете увидеть ваш дом и убедиться в том, что утепление вашего 130-го дома уложено качественно. В этом году самым комфортным городом для проживания в мире признан Окленд. Он находится в Новой Зеландии. А у нас в Анапском районе тоже есть весьма комфортный жилой комплекс, который называется «Жемчужина», где мы сейчас и находимся. На «Жемчужине» за 2 недели тоже произошли большие перемены. В Анапе стоит прекрасная погода, практически нет дождей. И поэтому строители трудятся ударными темпами. На этой оптимистической ноте мы заканчиваем наш обзор. Всего вам хорошего. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, комментируйте, присылайте нам свои мнения по поводу обзоров, спрашивайте нас, высказывайте свои пожелания.
Звоните нам на телефон бесплатной горячей линии, смотрите нас в Инстаграме и в соцсетях. Всего хорошего!